Храмы Русской Православной Церкви продолжают свою работу. Святейший Патриарх Кирилл в своем обращении призвал людей ограничиться в посещении храмов, особенно тех лиц, которые находятся в группе риска и чей возраст старше 65 лет. Вот. Но несмотря на это, богослужения будут продолжаться даже при малом количестве прихожан или при их отсутствии. Храмы обрабатываются специальными средствами, дезинфицирующими, спиртовыми растворами, хлорсодержащими. Протираются иконы, пол. В храмах также сейчас производится разметка, которую можно наблюдать. Это для того, чтобы люди сохраняли, находясь в храме, безопасное расстояние в 1,5 метра. Также в храмах размещаются специальные антисептические средства, чтобы люди могли, приходя в храм, обработать руки, мобильный телефон. Мы находимся в диалоге с администрацией городских округов и прорабатываем те меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить безопасное освещение куличей, чтобы оповестить всех граждан, те, кто еще не в курсе, потому что на Вербное воскресенье, на Пасху приходят и те люди, которые вот в последние там, месяц-два могли не быть в храме и не слышали о тех мерах, которые предпринимаются. Поэтому очень важно, чтобы люди услышали нас, услышали наши призывы и, приходя в храм для освящения верб, куличей, чтобы они пасок, да, и яиц, чтобы они сохраняли дистанцию между собой, приходили в масках. Если какой-то человек почувствовал недомогание, чтобы они обращались к врачам и воздержались от посещения храмов.